Один из моих 15 детей, один из моих 9 сыновей, мой 10-й ребенок, мой 6-й сын Алексеев Егор Владимирович сыграет понравившуюся мне мелодию. Он услышал ее в интернете и написал какие-то ноты себе. И сейчас по слуху сыграет. Давай. Вот 15 минут по слуху, быстро, у меня все дети по слуху подбирают мелодию, пишут ноты и сразу играют. Еще какие-нибудь ноты достать было, да? Для ансамбля или что-нибудь. Но сами можете распределить, сами добавить, сами себя аккомпанировать. То есть полное самообеспечение, да? Натуральное хозяйство. Любую мелодию, минут 15, ну да, уже 16, больше прошло, уже 17 прошло, мне некогда было, я чайку попил, а ребенок уже сыграл. Советую вам всем разводить больше детей, с ними веселее. Вот наша семья самая музыкальная, каждый из моих 15 детей играет как минимум на 10 и более инструментах. А? Да. Танцует степ, дзюдо, кунг-фу, там что только не делает. А рисует так вообще красные дипломы художественных школ, там всякие художественные академии, там. Не знаю, всякие реставраторы, что-то я уже запутался. Во внуках, в детях там, так много всего. Но детей 15 человек маловато. 9 сыновей, 6 дочерей. Это маловато еще. Но мне уже 63 года будет скоро. Но я еще рус, но поживем. А? Да.